На всі протипожежні заходи в соціальних закладах Одещини грошей не вистачить. Зокрема, йдеться про сучасну протипожежну сигналізацію. Потрібно понад 700 мільйонів гривень. Проте перевірку вже пройшло половина закладів та знайдено десятки порушень. Зараз масово відбуваються навчання у школах, лікарнях, дитячих садках. Також кожен заклад отримав індивідуальний план дій. Були проведені відповідні образовательные такие занятия, что каждый из них должен делать. Проверенная, я же говорю, большая половина объектов. По каждому дан алгоритм действий, что необходимо делать, в какие сроки это возможно сделать, исходя из сегодняшней ситуации. Потому что для того, чтобы полностью все привести в порядок и установить противопожарные сигнализации современные, эта сумма исчисляется там более 700 миллионов гривен. Понятно, что найти такие цифры в очень короткий период времени, ну, вообще просто не представляется возможным. Вследствие этого мы идем по пути, тут, что мы можем сделать сейчас. И на самом деле зачастую эти действия не менее продуктивны, чем вот установление противопожарной сигнализации.